Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Проид Контра. За и против. Меня зовут Геннадий. Мы в Марианских Лазнях. В городе-курорте Минеральных Вод, который входит в состав 11 уникальных городов-курортов из 7 стран, включенных в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Август. Пик курортного сезона и время отпусков во всем мире. Рекордное количество гостей города. И как результат, за прошедший месяц в экспозиции квартир на продажу в Марианских Лазнях произошли существенные изменения, особенно в диапазоне цен до 200 тысяч евро. За месяц крона подешевела, и на сегодня это 4 миллиона 900 тысяч крон. Но мы рассмотрим в начале диапазон до 100 тысяч евро, до 2 миллионов 450 тысяч крон. 19 предложений, 6 квартир ушли из экспозиции, 5 новых, на 5 снижены цены, и только 9 остались неизменными. Самой дешевой квартирой из прошлого обзора, 20 квадратных метров на Грознатова, за 1 миллион 290 тысяч крон в экспозиции нет. Кроме нее пропали из экспозиции 5 квартир. Грознатова 3 плюс Една 66 квадратных метров за 1 миллион 850 тысяч крон. Накладни 3 плюс КК 54 квадратных метра за 2 миллиона 150 тысяч крон. Лебушина 3 плюс Една 67 квадратных метров за 2 миллиона 350 тысяч крон. Дворжакова студия 28 квадратных метров за 2 миллиона 390 тысяч крон. И Поштовни на чердаке 3 плюс 1 74 квадратных метров за 2 миллиона 350 тысяч крон. Сегодня самая дешевая квартира сентябрьского обзора. 1 плюс 1 35 квадратных метров на Дукельской улице. Продается за 1 миллион 650 тысяч крон. 67 тысяч 350 евро. За месяц она подешевела на 150 тысяч крон. Самая дорогая квартира в этом диапазоне та же, что и в августе, на Гавличково, за 2 миллиона 400 тысяч крон. В Марианках огромный спрос на долгосрочную аренду недвижимости. Телефон не умолкает ни минуты. Вот опять звонят. Да, слушаю вас. Ну, извините, у меня съемка, перезвоню. Интересует аренда? 2 плюс 1. Ну, позднее я вам перезвоню. Еще и сообщение пришло. Отсюда тоже что-то. Я вам сказал, я перезвоню. Перезвоню, освобожусь и перезвоню. Извините. 9 квартир с августовского обзора без изменений перекочевали в сентябрь. Это Плезенска, 1 плюс 1, 37 квадратных метров за 1 миллион 800 тысяч крон. Грознатова 2 плюс 1, 65 квадратных метров за 2 миллиона 139 тысяч крон. Чибицкого 3 плюс 1, 80 квадратных метров за 2 миллиона 250 тысяч крон. Гусова 3 плюс 1, 58 квадратных метров за 2 миллиона 299 тысяч крон. Плезенская 2 плюс 1, 59 квадратных метров за 2 миллиона 300 тысяч крон. Две на Америцкой 2 плюс 1, 69 квадратных метров за 2 миллиона 325 тысяч крон. И 64 квадратных метра за 2 миллиона 390 тысяч крон. Лебушина 3 плюс 1, 66 квадратных метров за 2 миллиона 350 тысяч крон. Включая самую дорогую. Еще на 5 квартир из августа, включая самую дешевую на Деленской, цены серьезно снижены. Гусова 3 плюс КК 81 квадратный метр. Минус 200 тысяч крон. С 2 миллиона 190 тысяч крон до 1 миллиона 990 тысяч крон. На Дражнином месте, вокзальная площадь, 2 плюс 1, 68 квадратных метров. Цена снижена очень существенно. На 310 тысяч крон. С 2 миллионов 300 тысяч крон до 1 миллиона 990 тысяч крон. Сметанова 2 плюс 1, 63 квадратных метров, минус 171 тысяча 700 крон. Цена снижена с 2 миллионов 259 тысяч крон
до 2 087 000 крон. Младієвського 2 плюс КК 40 квадратных метров минус 230 000 крон. Цена снижена с 2 375 000 крон до 2 145 000 крон. 8 новых предложений. Русска. 1 плюс 1. 41 квадратный метр. За 1 990 000 крон. Мы хорошо знаем этот дом. Первый этаж трехэтажного дома. Квартира с ремонтом. На первый взгляд нормальным. Большой плюс в кавычках этого дома. Очень живописные соседи. Вид из окна у вас будет примерно вот такой. 1 плюс 1, 39 квадратных метров на Лебушина. За 1 750 000 крон. Третий этаж четырехэтажного дома. Район на Панских полях. Реальный размер 35,5 квадратных метров. Остальной метраж подвал. Вход в спальню через кухню. Ремонт бюджетный, но вполне нормальный. На Дражнином месте 2 плюс 1, 52 квадратных метра. За 1 990 000 крон. Этот дом стоит прямо у железной дороги. Практически на рельсах. Русска, 2 плюс КК, 43 квадратных метра. Второй этаж с балконом. Нет фотосанузла. Подозрительно и дорого. 2 390 000 крон. Снова Русска, 2 плюс КК, 64 квадратных метра с ремонтом. В уставшем доме. За 2 399 000 крон. На любителя. О чем думает Гёте, сидя в своем кресле в Марианских лазнях, на этой прекрасной площади? Наверняка об инвестициях в чешскую недвижимость. Следующий диапазон от 100 тысяч евро до 200 тысяч евро. От 2 450 тысяч крон до 4 900 тысяч крон. 108 предложений. Месяц назад было 107. Как и в прошлом обзоре, 50 предложений касаются новостройки на Хепской, включая квартиру на Хепской в соседнем с нашим офисом доме. 3 плюс 1, 88 квадратных метров. За 2 990 000 крон. Обращаю ваше внимание, что сама квартира имеет размер 68 квадратных метров, а остальные 20 метров – это подвал. Первый этаж неутепленного старого дома с электрическим отоплением. Затраты на отопление будут очень велики. Цену снизили с 3 200 000 крон на 210 000 крон. Еще одна квартира на Хепской, 4 плюс КК, 133 квадратных метров, за 3 990 000 крон. Грандиозный размер. Недостаток – первый этаж, рядом с шумной магистралью, и с господой, пивбаром, этажом ниже. Остается 57 предложений. Вот их и рассмотрим. Относительно новые дома и дома после реконструкции. Два предложения в Парадайзе. Первое – 1 плюс 1, 46 квадратных метров, второй этаж с балконом. За 3 600 000 крон. Вторая из Августа. 2 плюс КК, 42 квадратных метра, пятый этаж с лифтом, но без балкона. За 3 950 000 крон. Британия, чердак. Висит в экспозиции с прошлого обзора. За 4 300 000 крон. А вот две хороших квартиры в Парадайзе, 2 плюс КК, 63 и 64 квадратных метра, по 3 900 000 крон, ушли из экспозиции. Это резиденция Отстен. Из 4 августовских квартир осталось 3. Студия 35 квадратных метров исчезла. Три предложения на улице Масарика. Два в резиденции Колоннада и одно в резиденции Манес. Два из Августа. 3 плюс КК, 68 квадратных метров, за 3 990 000 крон. И чердак, 2 плюс КК, 55 квадратных метров, за 4 900 000 крон. Третье новое. 2 плюс КК, 69 квадратных метров. На втором этаже, 180 тысяч евро. Судя по тому, что цена указана в евро, и по помпезной мебели в стиле Людовик 14 с половиной с маленькой буквы одним словом, владельцы из стран бывшего СНГ.
Серьезный претендент на победу в конкурсе «Золотая малина» в номинации за самый безвкусный интерьер в Марианских лазнях. Улица Зиедова, резиденция Вестминстер. Здесь так и висит квартира с прошлого обзора. 2 плюс КК. 47 квадратных метров. За те же деньги. 4 миллиона 600 тысяч крон. Инвестиции в чешскую недвижимость привлекательные и безопасные. В Чехии существуют открытые кадастры недвижимости, где вы без посредников можете получить прямую информацию о любом интересующем вас объекте. Для этого вам не нужны ни адвокаты, ни агентства. Кроме этого, сделки с недвижимостью в Чехии недорогие и прозрачные. Вам достаточно оплатить в районе 400-500 евро адвокату, который составит необходимые договора. Регистрация на кадастре стоит всего 80 евро. Кроме этого, в Чехии отменен налог на покупку недвижимости. Назовите мне хотя бы одну страну в мире, где так просто и так безопасно приобрести недвижимость. Кроме этого, доходность бюджетной недвижимости в Чехии достаточно высока. Это 5-6% годовых. Далее Панелаки. 13 квартир. На одну больше, чем в прошлом обзоре. Цены на эти квартиры не снижают. 3 квартиры ушли. 2 с хорошим ремонтом. 3 плюс 1 на 64 квадратных метров на Грознатова за 2 миллиона 870 тысяч крон. И 2 плюс 1 на 61 квадратный метр на Подгорской за 2 миллиона 999 тысяч крон. И Жишково 2 плюс 1 на 48 квадратных метров за 2 миллиона 890 тысяч крон. Далее 4 новых предложения. 2 плюс 1 на 61 метр на Подгорской за 3 миллиона 399 тысяч крон. Очень дорого. 3 плюс 1 на 60 метров на Тепельской за 2 миллиона 599 тысяч крон. В полном ставу, без ремонта. Дорого. 2 плюс 1 на 64 квадратных метра на Кубеликово за 2 миллиона 999 тысяч крон. Отличный ремонт. Четвертый этаж, лоджия, лифт. Санузел в отличном состоянии. 3 плюс 1 на 76 квадратных метров на Подгорской за 3 миллиона 290 тысяч крон. Третий этаж четырехэтажного, без лифта. Ремонт в стиле кич. 8 предложений из августа по тем же ценам. 4 плюс 1 на 105 квадратных метров на 17 листопаду за 4 миллиона 790 тысяч крон. 3 плюс 1 на 66 квадратных метров на Манесова за 2 миллиона 749 тысяч крон. 2 плюс 1 на 50 метров Скальникова за 2 миллиона 590 тысяч крон. 3 плюс 1 на 70 метров Пльзеньска 2 миллиона 790 тысяч крон. 2 плюс 1 на 61 метр Подгорска 2 миллиона 799 тысяч крон. 2 плюс 1 на 66 метров Америцка 3 миллиона 450 тысяч крон. 3 плюс 1 на 76 метров Младежницка. 3 миллиона 299 тысяч крон. 2 плюс 1 на 69 метров Ческа. За 3 миллиона 850 тысяч крон. 23 квартиры в старом фонде. В августе было 26. 6 ушли, 3 пришли. Отличный результат для этого сектора. Начнем с печальной улицы Чибицкого. Я о ней все сказал. Добавить нечего, не дай бог. 8 предложений. Почему не 80? В августе было 6. Ждем, пока остальные подтянутся. 3 на главном проспекте, было 6. Ушли 3 квартиры. Это 2 плюс 1 на 72 квадратных метра за 3 миллиона 295 тысяч крон. 3 плюс КК 75 метров за 3 миллиона 590 тысяч крон. 3 плюс КК 95 метров за 3 миллиона 150 тысяч крон. Это хороший результат. Кроме этого, ушли от нас квартиры на Гусова 3 плюс 1, 97 квадратных метров за 3 миллиона 390 тысяч крон. Лидицка 2 плюс 1, 79 метров за 4 миллиона 250 тысяч крон. И Прична 3 плюс КК, 146 квадратных метров за 4 миллиона 400 тысяч крон.
Новые предложения не радуют. Кроме двух надшибицких, добавилось Махово 2 плюс 1, 70 метров за 3 миллиона 200 тысяч крон. Дыково 3 плюс КК, 98 метров за 4 миллиона 900 тысяч крон. И Дворжакова 3 плюс 1, 73 квадратных метра за 3 миллиона 990 тысяч крон. Еще 6 квартет на Бажено-Немцовой, Гусова, Древиной, Русской, Дыково, Карловацкой остаются в экспозиции по тем же ценам. А на 2, на Дыково и Дружественни, цены снижены чисто символически, каждая на 50 тысяч крон. Диапазон от 4 миллионов 900 тысяч крон до бесконечности. 54 предложения. Самый простой для анализа раздел. Резиденция «Пирамида». 11 предложений. Это песня рабочей артели. Многострадальный дом. Реконструкция началась в тяжелые для рынка недвижимости времена. Крым наш, отток русских покупателей. Финансирования не хватало. Покупать на этапе строительства желающих не было. Коллаудация прошла в 2016 году. Прошло почти 7 лет, прежде чем ее выставили на продажу. Почему дом простоял столько лет и квартиры не продавали, я не знаю. Цены нереальные. Поэтому даже не пойду смотреть. Монплезир. 9 предложений. Перекочевали из августа. Продаж нет. Резиденция «Снежка» и «Манес» на Масарикова. 12 предложений. Все то же самое. Главный проспект. 4 предложения. И дешевый трюк от Евро-реалити. Они упорно втюхивают две переоцененные квартиры на Ипсонова, как главный проспект. Эти квартиры висят уже долго и висеть будут бесконечно. Трешневка. 6 предложений. Висят дальше. Понемногу нарастает паника. На одну квартиру скидка уже 500 000 крон. На вторую аж 1 000 000 крон. А возы ныне там. По Трешневке я все сказал в августе. Первая квартира выставлена двумя агентствами. Первое продает за 10 миллионов, второе за без малых 12 миллионов. Оригинально. Эта квартира также претендует на победу в конкурсе «Золотая малина». Далее новостройка на Гусова. Два объявления на 21 квартиру. Не продана ни одна. Стройка еще не начиналась. 5 старых. Два предложения на улице Руска, 3 плюс 1, 120 квадратных метров, за 5 миллионов 200 тысяч крон в яме. И 100 квадратных метров за 5 миллионов 990 тысяч крон. 3 плюс 1, 95 квадратных метров на Лидицкой за 6 миллионов 990 тысяч крон. Зиедова 4 плюс КК, 105 квадратных метров за 10 миллионов. Карловацка, атипичная, 128 квадратных метров за 5 миллионов. Цена снижена аж на 600 тысяч крон. И 3 новых предложения. Рассмотрим их. Двойное объявление на одну квартиру в резиденции «Парадайз». Это 3 плюс КК 67 квадратных метров за 4 миллиона 975 тысяч крон. 3000 евро за метр. Дорого. Но дом популярный. Квартира хорошая. Отличная мебель и ремонт. Есть балкон. Еще одно новое объявление. Квартира в резиденции «Фердинанд» на Зиерово. Новый дом. Квартира от строителей без отделки. Цена 2800 евро за квадратный метр. На любителя. Мега дорогая для своей локации и дома из Итонга. Квартира на Тепельской. Это вариант для большого оригинала. Промзона Марианок, край города. Дом никакой. И это все, сказали Тому Сойеру. И он ответил, а вам что, мало? Действительно, это все. До свидания, друзья. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки. Ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря делаем свое дело. Всего вам доброго!